Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о водных аттракционах. И начнем мы с вами разговаривать про водные качели. Отличный аттракцион как для одного, для двоих, троих и четырех человек. Да. Данная модель сделана специально для катания двоих человек. Соответственно, плотность ткани из 850, что предоставляется прочность и гарантия качества. А также мы гарантируем надежность наших швов, качественно выполненные нами, нашими лучшими мастерами. Что же на нем делать и как же качаться? Можете посмотреть в интернете очень много различных видеороликов, как используется данный аттракцион в аквапарках, надувных аквапарках на побережье. Соответственно, здесь представлено несколько ручек жестких, удобных. Соответственно, длина всего сия изделия 3 метра, ширина его метр. В принципе, очень комфортно сидеть и качаться. Данный аттракцион вы можете заказать для себя в цвет вашего аквапарка. Вы можете заказать любые цвета. Соответственно, также дополнительно вы можете заказать брендирование продукции. Мы можем нанести название вашей компании или ваш логотип на продукцию. Соответственно, это повышает лояльность ваших клиентов и, соответственно, увеличивает поток потенциальных клиентов. Так как это наше собственное производство, мы можем изготавливать в любые кратчайшие сроки и непосредственно исходя из вашего технического задания. Хотите разработать собственные надувные аттракционы, обращайтесь к нам, и наши менеджер-специалисты совместно с конструкторами разработают данный продукт. На всю продукцию мы предоставляем год гарантии, срок службы изделий порядка 10 лет. Обращайтесь в нашу компанию. Ссылочка на заказать продукцию будет чуть ниже. Звоните, обращайтесь, мы вас проконсультируем и будем радовать нашими аттракционами ваших клиентов. Хочу рассказать о самой главной части любых аттракционов. Фишка номер один. Всегда, если стоит стравливающий клапан при использовании необходимо открывать для избежания непосредственно травления и взрыва баллонов, потому что при нагревание, воздух расширяется, давление увеличивается, воздух должен выходить. Все аттракционы поставляются всегда закрытыми клапанами непосредственно. Да. Соответственно, внимание, всегда, когда вы устанавливаете аттракционы, крышка данно открывается, ее даже можно оторвать непосредственно, да, чтобы всегда было гарантировано, что данный клапан открыт. Тогда все производители будут гарантировать вам надежность ваших аттракционов. We'll be right back.